На основании приказа Управления образования Гагаузии набор детей в первый класс проходит в два этапа. С 3 апреля по 26 мая родители детей, которым исполнится 7 лет до 1 сентября 2023 года, подают заявление, имея при себе удостоверение личности и свидетельство о рождении ребенка. Второй этап предполагает прием документов ребят, которые достигли 7 лет до начала учебного года, а также тех, кому исполнится 7 лет в период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. А на оставшиеся свободные места будут приняты дети из других микрорайонов. В Камрадский лицей имени Третьякова на момент написания материала уже было подано 32 заявления, сообщила менеджер лицея Полина Пынтя. Мы набираем деток, учащихся, проживающих по микрорайону нашего учебного заведения. То есть предоставляются в первую очередь им места. На втором этапе мы уже будем рассматривать и учащихся из других микрорайонов. То есть мы в приоритете ставим тоже пожелания родителей согласно поданным заявлениям. В учебном заведении планируется открыть 3 первых класса. Мы ежегодно проводим перепись учащихся, которые проживают по нашему микрорайону. И согласно данным переписи у нас 90 учащихся, проживающих по нашему микрорайону. Ну, плюс еще у нас есть ученики, которые посещают и другие учебные заведения. Но согласно плану, примерно мы дали по плану 90 учеников. Согласно данным Управления образования, к 1 сентября планируется набрать 69 классов, зачислив 1649 детей. Мария Статова, Владислав Табачук, Артем Топал, Новости ГРТ.